Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами снова Яна, и мы находимся в магазине «Светофор» на Московском шоссе 21. Это город Санкт-Петербург. Сразу хочу показать, что сюда завезли очень много мандаринов. Смотрите, сколько ящиков в этом магазине на Московском шоссе. Перед Новым годом фруктов вообще здесь не было. Стоит целый палец с гранатами. Гранат свежий 1 килограмм, 83 рубля 64 копейки. Производство Азербайджан. В отличие от предыдущих поставки гранатов, эти гранаты помельче идут, маленькие совсем. Также много яблок сезонных из трех сортов, 51 рубль 13 копеек, и производство Молдова. Здесь есть и крупные яблоки, и помельче. Мандарин вот как раз еще один палет, 1 килограмм, 50 рублей 65 копеек. Производство этих мандаринов Иран. Вот они. И апельсин американский, сорт Новелга, Гамли Калибр, ЮАР 61,37, их цена, Южная Африка. Очень потихоньку начинают поступать товары для садоводов. Сейчас подождите, к концу января обязательно Светофор начнет завозить и грунты, и всякие стаканчики, и так далее. Так что готовьтесь к началу садового сезона, сезона садоводов. А сейчас приехали наборы для рассады. 12 стаканчиков, 250 миллилитров. И размер ящика также указан 47 на 16 и на 9 сантиметров, 102 рубля 33 копейки. У нас эти рассадники представлены в трех цветах. Здесь обозначено, что срок службы эксплуатации этого комплекта аж 5 лет. Пожалуйста, кто в прошлом году покупал эти стаканчики, не забудьте нам, пожалуйста, написать, как они себя чувствуют в этом году. Еще вот такой набор, ящик цвета темный шоколад и молочного шоколада цвета, и цвета молочный шоколад стаканчики. И наоборот, зеленый ящик и желтые стаканчики. Еще одна особенность этих стаканчиков. Дно у них идет как бы отдельно. Вы вкладываете дно в стаканчик. Вот если вот здесь посмотреть, вот там внутри есть такие круглые донышки пластиковые. И потом очень легко рассаду выдавливать из этих стаканчиков. То есть вы просто нажимаете на дно, и как бы ком земли выходит вместе с рассадой. На кассе сейчас стоит подарочный набор «Народные рецепты». Гель 155 миллилитров и мыло 45 миллилитров. Два варианта этих наборов сейчас есть в этом магазине. В магазине Fix Price есть вот такие баночки со всякими разными маслами и для масками для волос. Там они стоят 55 рублей только за одну маску. На кассе можно найти вот такую игрушку в яйце. В данном случае куколка внутри этого набора. В состав входит пластиковая кукла-конструктор и аксессуар для куклы. Москва производит. На упаковке нарисовано, какие куколки можно обнаружить в этом яйце. Еще есть игрушки для мальчиков со спецтехникой. Также сбоку нарисована, какая спецтехника находится в этой игрушке. Много очень еще книжек осталось, но это предновогодний завоз книг. Стоимость этих книжек 54,89. И здесь различные книги от издательства «Умка». Напомню, в других светофорах, сейчас еще в новом светофоре в Шушарах по адресу Школьная 169 есть еще музыкальные книжечки за 132 рубля, которые в фикс-прайсе стоят 199 рублей. А здесь вот такие книжки небольшого размера. Приехали снова и коврики для фитнеса в рулоне. 1,80 на 60 сантиметров, 200 рублей 26 копеек. И приехали раньше, в этом магазине были только темно-серые коврики. А сейчас здесь коврики есть приятных цветов, например, желтый. И даже, смотрите, девочки, розовый цвет. Очиститель труб 45 рублей его стоимость. Укротитель засоров он называется. 1000 грамм здесь. Эффективно расщепляет жировые органические соединения, нити, волосы и так далее. Укротитель засоров. Безопасно для пластиковых труб. Ну и в этом магазине есть крышки для консервирования. Металлические, можно заранее закупиться. Называются они «Вкус лета». 50 штук, упаковка 92 рубля 47 копеек. Много корзин для чистого белья. Размер их указан. Постоянно их подвозят. Производители «Ламер Пласт» Татарстан 136 рублей 60
5 копеек у этих корзиночек. Они практически постоянно есть в этом магазине в ассортименте. Этажерка трехсекционная, прямоугольная, на колесиках. Кто ее приобрел, не забудьте нам написать. 434 рубля 92 копейки. Пока новиночек в светофоре не очень много. Но кое-что интересненькое все-таки есть. Ждем начала февраля. В феврале, точно как и в прошлом году, начнут активно завозить товары для садоводов и огородников. Снова подъехал набор для кухни. 4 предмета. Миска 4,5 литра. Дуршлаг 22 сантиметра. Миска мерная 1,2 литра. И миска с носиком мерная 800 миллилитров. 159 рублей 38 копеек. Если мы коснулись темы садоводов, набор цветочных кашпо есть. Три он называется. Из трех горшков и подставки. 116 рублей 39 копеек. Производство Россия. И одна из подписчиков сейчас мне писала, что в них очень хорошо сажать фиалки в этот горшок. Есть они и белого, и еще кремового цвета. Пеномонтажная бытовая, наша пена Макси. 1 литр, выход 65 литров, 268 рублей 35 копеек. Производит эту пену город Санкт-Петербург. Трос буксировочный здесь тоже в наличии. 2 тонны он выдерживает. Длина 4 метра. 114 рублей 62 копейки. Да, нужная вещь. Газ универсальный, всесезонный для портативных приборов. 47 рублей 83 копейки. Производство Китай. Здесь 560 кубических сантиметров. 220 грамм. Помимо гранатов завезли и напиток гранатовый Гран. 1 литр. 33 рубля 22 копейки. Он идет в стекле. Производят Сланцы, город Сланцы, Ленинградская область. Этот сок, несмотря на то, что праздники уже прошли, смотрите, сколько осталось вина игристого Винтаж. 169 рублей 750 миллилитров. Производит его город Санкт-Петербург. И рядом тоже вино фруктовое газированное Ламбруска. 124 рубля 87 копеек. А производитель также город Санкт-Петербург. Я не рекламирую алкогольную продукцию, я только делаю на нее обзор. А в заморозку все-таки покажу, потому что знаю, что новая поставка. Вот, например, перец фаршированный, сибирский бренд. 900 грамм здесь, 85 рублей 76 копеек. Кто его покупал, расскажите нам, пожалуйста, о его качестве. По составу перец болгарский свежий или замороженный, говядина, свинина, рис, лук, растительный белок, соль, специи, усилитель вкуса и запаха и стабилизаторы. В принципе, состав не очень широкий, производят город Саратов. Еще манты Давыдов вот приехали, 1 килограмм категория Б. Пельмени Емеля 60 рублей 0,8 копеек, тоже категория Г, тоже Саратовская область. Блинчики с мясом от компании Морозко, тоже новая поставка. Морозко производит свою продукцию в Ленинградской области, Всеволожский район. Кто тоже пробовал, обязательно нам пишите, потому что их в последнее время постоянно завозят. И еще вареники под маркой Давыдов, 53 рубля 78 копеек, тоже Саратов их производит. И одна из подписчиц мне написала, что они даже очень ничего, вот, по вкусу. Тоже, если вдруг пробовали, обязательно пишите нам. Пельмени сибирские из говядины, 1 килограмм, категория В, 110 рублей 14 копеек. Их стоимость, производитель также Саратов. И состав начинки меня интересует: говядина, свинина желованная, мясо птицы, лук репчатый, жир свиной, вода питьевая, соль, поваренный перец черный молотый, перец красный молотый, чеснок, усилители вкуса и аромата, глутамат натрия здесь. Ну и вот как раз вот эти манты Давыдов. Саратовская область тоже их производит, 1 килограмм. Зато холодильники с мясом и с рыбой. Рыбу сюда завезли. В ассортименте здесь есть и пикша, и минтай, и скумбрия. Так что приезжайте. И покажу еще ассортимент кофе, который есть в этом магазине. Например, напиток кофейный растворимый Ice Coffee Choco. 200 грамм, 56 рублей 31 копейка. Вот так он выглядит. Также есть кофе Прата растворимый сублимированный с добавлением молотого, 200 грамм, 119 рублей 33 копейки. Достаточно много еще кофе черная карта, 235 рублей 48
копеек, 190 грамм. И вот в декабре буквально привезли кофе растворимый сублимированный Aroma de Brasil, 193 рубля 55 копеек за 175 грамм. Дальше кофе растворимый сублимированный с добавлением молотого, Edition Gold 100 грамм, 70 рублей 14 копеек. Капучино де Торино с корицей, здесь 20 штук в упаковке, 183 рубля 77 копеек его цена. 20 пакетиков, в каждом из которых прикреплен отдельно пакетик с корицей. Дальше, что еще есть? Кофе сублимированный Rich d'Or 100 грамм, 104 рубля 72 копейки. И кофе Grand Gold в стекле 175 грамм, 193,55. Набор чая, венский глинтвейн и снежный мандарин в пирамидках. Эти наборы идут из двух упаковок, 68 рублей, 0,2 копейки. Вот смотрите, сколько этого кофе, Aroma de Brasil, еще целый палет. И сравнительно недавно в ассортименте Светофора напиток кофейный растворимый 3 в 1 классик, 156 рублей 79 копеек здесь. Удивительно, но не закончился еще набор столовой посуды керамика 18 предметов океан, 1496 рублей. Он здесь есть в этом магазине. Тарелочки Luminarc, кстати, которые мы вчера видели, наш школьный 169, вот они, 43 рубля 70 копеек. И конфетки Родные Просторы тоже еще есть в наличии, 500 грамм, 193 рубля 55 копеек, в магазине Пятерочка, 200 грамм, стоит 99 рублей. Наборы детской посуды в наличии, 201 рубль 20 копеек. Вчера мы с вами их видели тоже на школьной, 169. И кружка для чая «Стекло сказка», 36 рублей 16 копеек в наличии. Еще есть такие кружечки, внизу пупырышки симпатичные. Ну и эти очень отлично подойдут для чая. Тяжелое стекло, производство «Гусь хрустальный».